Всем привет, ребят. Ну что, вот и появилась вторая инфа по поводу скина. Это будет скин на Огнекрыла. Не знаю, похож он, конечно, больше теперь на Арктику. В общем, непонятно ничего, откуда они берут такие скины, как он будет действовать. Ну, посмотрим. В принципе, это очень-очень неплохо, потому что огников надо тоже иметь несколько. У многих, к сожалению, этой возможности нет, поэтому это будет очень-очень полезный скин. Опять же, на сегодня в основном для донатов, потому что бездонатные еще не скоро его соберут. Возможно, кто-то уже где-то дособирает, но я не особо в этом, честно говоря, уверен, потому что уже открывал раньше сундуки, показывал вам, шанс очень-очень маленький. В общем, вот так вот. Есть там еще картинка по поводу новой судьбы, но это мы уже потом посмотрим. Думаю, возможно, в четверг, то есть завтра или в пятницу, мы уже увидим наконец-то полностью описание обновы, и как обычно она будет на Тайване первой. Вот так. Ну, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Знаю, что у многих до сих пор нету, и не знаю, когда будет этот герой. Ну, вот такие вот дела. Первый скин на Рибета, конечно, интересный. Звездные войны. Посмотрим, что будет здесь. Так, окей. У нас сегодня коллекционер. Вот такой вот у нас Коля. Тьфу, ты, говорю, Коля. Я уже вчера поиграл на Колю на английском, на китайском уже заговорился. Хрустальный сундук на русском сервере. Сейчас посмотрим, что с него падает. Куда я буду тратить? Надо в районе 50к потратить. Мне, честно говоря, нужны только чары. И чары нам нужны на некоторых героев. Так, на архидемона. Сейчас я посмотрю, что там у меня вообще делается по чарам. Так, пиромах стоит. Надо нам на тыковку. Так, на ведьме пиромах есть. Вольта пока использовать. Так, на тыковку нужна пятерочка. На китайке, кстати, был совсем новый архидемон. Тактику, в принципе, плюс-минус я уже для себя выбрал. Надо будет потестить, если он у нас будет. Там будет вообще огненная смесь. Так, на стрелка, на тыкву, на стрелка. И, по-моему, если не ошибаюсь, Фрей или Афина. Я на них еще тестил, сейчас посмотрим. Так, на Афинке пятерка. А, и Фрея. Вот так вот. Ну, поехали, будем ролить чары. Так, доспех нам не нужен, у нас есть карты. Так, 89. Так, грубо говоря, нам надо будет до 40 тысяч. Это все дело сделать. Окей, поехали, коробочки. Говорю, коробочки по 300 самиков. Размечтался. Именно на этом сервере у нас будет много коробок. Так, 10 урона, не то. 5-5, хранитель леса. Ну, давайте так вот тыкнем. Пусть пока будет. Так, 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 так. Лучше я буду все-таки на стрелке это дело делать. Любимый герой для этого дела. Вот что-то в последнее время по чарам вообще печалька. Вот мне в основном падают победный выпад, доспех. То есть такого плана. Так, безмолвный выстрел. Нафиг не нужен. Меня радует последнее время базар на нашем сервере вообще. Возможно, после обновы что-то будет интересное. Однозначно посмотрим. Вот на английском базар радует всегда. Каждый день. Что хочешь, что надо. Там 2-3 дня, и у тебя все, что надо тебе будет. Так, пиромах не то. Ну, опять доспех четвертый. Мне он по сути не нужен. Ну, видите, как плохо все падает. Тут ты ничего не сделаешь.
Ну почему не пятерка? Ужас просто, на стрелке вообще ничего не падает. Походу они рассекретили нашу тактику со стрелком. Доспех. Видите, только одна пятерочка выпала. Ну, опять же доспех. Так, сейчас я подумаю, кому по героям его поставить. Такс. Асура. Атака, атака. Ну, видите, у меня, можете увидеть, доспехов дофига. Ну, в принципе, можно будет сейчас Фрейя воткнуть. Так, посмотрим дальше. У меня даже на Фрейя был победный, я поставил для теста на архи. Так. Одержимый, передача. Даже на Гаргуле доспех убрал. Так, череп, триант, варлок. Хорошая, конечно, хорошая чара, но жалко выбрасывать. Так, ладно. Вот что хочешь, то и делай. Так, Анубис у нас на урон пока собран. На нем тоже был доспех, офигенно смотрелся, но я решил его на максимальный урон сделать. Блин, даже не знаю. Череп. Сложный, короче, выбор. Мне не хочется такой талантик где-то просеивать. Так, РТшка с доспехом, Мара плюс одна клетка. Некому просто воткнуть даже. Тупизм, короче. Так, ну ладно. На кого? На огника. Ну, на огнике атака стоит. Тоже неохота ее убирать оттуда. На Махатме доспеха смысла. Можно, конечно, увеличивать скорость на 20, оглашить. Давайте попробуем пока так. Интересно будет потестить. Все равно потом, если выпадет необузданная, больше ее тоже некому ставить. Так, поехали дальше. А мохнатки будет больше жизни. Так, хранитель не то. Да, чары самые, самое пока затратное, что есть. Даже созвездие, то не так. Не хотят. Вот, кстати, новый питомец. Вот мне, скорее всего, кажется, там есть тоже постик. По поводу того, что он типа тыковку разбирает, мне кажется, он будет дебафером. Что-то мне так аж прям, не знаю, вот думаю, что все-таки он будет дебафить. Причем очень жестко, посмотрим. Либо снимать бафы со всех. Там типа показано, что он разбирает. До конца, в общем, непонятно, но скорее всего, что
будет какой-то очень интересный питомец. Вопрос, или он будет за донат. Редкий, нередкий, как его достать. На основе, в принципе, я накопил, а вот на остальных серваках. Ну, на английском, в принципе, будут его продавать практически сразу там. Спустя, возможно, пару дней. Так, плюс одна клетка. Тоже, в принципе, такое, что не особо всем поставишь. И не особо оно всем нужно. Так, на аре стоит, на драконе. Может, надо было доспех на дракона тыкнуть, что-то не посмотрел. В общем, тоже некому ставить даже. Давайте еще 24к. Спустим никуда. Вот видите, можно так просто все время щелкать. Даже четвертый доспех. Нафига мне четвертый доспех, ребят? Для чего? Дали бы мне пятерку какую-то нужную, неопузданную. В общем, вот так вот. Такс, ну давайте еще. Сейчас мы все равно доберем до 3,7. Обратно самики. Ну, как видите. Все, сейчас я вам уже отдельно допилю, как обычно, хрустальный сундучок. Посмотрите, что в нем будет. Вот так вот. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Читаю, читаю я все. Такс, окей. Все, ребят, забрал сундучок. Как видите, что мы имеем? Имеем мы вот такие вот плюшечки. Не знаю, плохие, неплохие, сами уже скажете. Сумочка огнекрыла, сетик, ремочки. Ну, такое. В общем, неплохие плюшки, в основном огнекрыла, как видите, много нет. Сейчас я вам скажу, что было на каждом. Следующие 2500 самов, первый там был на 100, 2500 там карточка, вторая сумочка, первый гильдийский, 3к кулаков, как видите, он тоже есть, 3 смены обычных и суточки с рунами третьего левела. Дальше на 15к у нас огнекрыл, пятая эмблемка, вот она есть. Ремочка, сетик, вторые сундучки, три коробочки и 40 осколков некроса. Дальше у нас второй огнекрыло. Второй. Дальше у нас асурик, 1000 этих, 1000 слизней, 3 священных огня и рунки. В принципе, все вот такие вот плюшечки. Не знаю, ну такое себе, честно говоря. Ну хотя 3 священных огня, именно то, что в принципе мне нужно было. Так. Ну это в принципе можно даже сразу продавать, не открывать. Хотя ремки вот падают чисто из-за ремок. Вот четвертый сетик, пятый сетик. Ну такое себе. Вот третий раскол получили. Давайте пятые эмблемы пооткрываем. Неплохо, БВшка грубая. И шестые. Ну, две БВшки и гнев. Ну, что говорю, нехти. В общем, все, в принципе, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно. Лайки, всем удачи, всем пока.